Казанский университет стал победителем конкурса на получение грантов Российского научного фонда. ВУЗ получит финансирование в размере 128 миллионов рублей на проведение исследований научной лаборатории мирового уровня. Все подробности далее. Главной целью проекта является разработка новых методов по облагораживанию тяжелой или битумной нефти, составляющей 60-70% от всего запаса нефти на планете. Разработка ее довольно трудна в силу высокой вязкости и плотности. Эта работа многопрофильная, требующая усилий специалистов из разных областей. Основная цель проекта заключается в проведении систематических, междисциплинарных научных исследований, начиная от разработки катализаторов с высокой эффективностью, с учетом требований, предъявляемых к ним особенностям нефтяных месторождений, и, конечно, заканчивая созданием готовой технологии и их применения. Так, ученые Казанского университета разрабатывают каталитические системы для подземного облагораживания тяжелой нефти. Частичная переработка будет проходить еще в пласте, благодаря чему из скважины будут добываться нефть гораздо более высокого качества и объема. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы завершить работу вместе с нашими зарубежными коллегами. В конечном итоге ожидается разработка более энергосберегающего, экологически чистого и эффективного метода. Кроме того, в рамках проекта планируется решить важные задачи. Это детально изучить этап формирования активной формы катализатора и установить механизмы работы каталитических комплексов. Отметим, что научным руководителем исследований является профессор Мексиканского института нефти Хорхе Анчита, а индустриальным партнером АО «Зарубежнефть». Напомним, в 2020 году Казанский университет стал победителем конкурсного отбора на создание научного центра мирового уровня по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз.